Привет! На этот раз я покажу вам, как с помощью обыкновенного карандаша можно сделать вот такую оригинальную прическу. Делается она очень легко и быстро. Итак, приступаем. Для начала соберем волосы в высокий хвост. Берем карандаш и фиксируем его над основанием хвоста. Делим волосы на две равных половинки и обматываем ими карандаш. Фиксируем затем все резиночкой. Теперь делим волосы опять на две равных половинки и снова обматываем ими карандаш. Фиксируем все резиночкой. А из кончиков плетем обыкновенную косичку из трех прядей. В конце фиксируем плетение тоненькой резиночкой. А теперь косичку крепим под резиночкой, которой был собран хвост. А теперь убираем наш карандаш. Вуаля! Вот что у нас получилось. Осталось только закрепить косичку шпильками. Вот и все, прическа готова. Прическу можно, конечно же, обработать гелем или лаком для волос. Тогда она будет смотреться намного аккуратнее. Если хотите, можно же, конечно, украсить нашу прическу любыми аксессуарами для волос на ваш выбор. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорой встречи на моем канале. Пока!